Дня, а тема нашого ефіру – реабілітація наркозалежних. Сьогодні у Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. В Миколаєві зафарбували рекламу інтернет-сторінок з продажу наркотиків на будинках і парканах. Наскільки актуальна для Миколаєва проблема наркоманії? За яких умов можна позбутись наркотичної залежності, дізнаємось у наших сьогоднішніх спікерів в студії. Керівник Центру «Друге дихання» Віктор Петренко – та дружина наркозалежного, який пройшов реабілітацію, Анастасія Барбул. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Здравствуйте. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Будь ласка, Віктор, Анастасія, наскільки актуальна для Миколаєва проблема наркоманії? Віктор, будь ласка, ваше перше слово. Здравствуйте ще раз. Ви знаєте, як показує практика, вона актуальна дуже в Миколаєві. Очень много встречается на улице молодежи, да, это в основном касается, проблема молодежи. Когда идешь по улице и встречаешь молодежь в неадекватном состоянии в каком-то, либо когда в открытую распивают, спиртные напитки до такого состояния, что не могут здраво ни мыслить, ничего делать. Вот, то очень много людей обращаются за помощью и в различные клиники, и в наш центр тоже. Тому багато дзвінків поступає. Я б сказав, актуально. Будь ласка, Анастасія, ваша думка, наскільки актуальна в Миколаєві проблема наркотиків? Я думаю, що проблема наркотиків актуальна не тільки іменно в Миколаєві, а взагалі по всьому світу, тому що молоді люди вважають, що от таким образом вони или же в своих компаниях пытаются как-то выделиться и стать, вот показать свою такую, в подростковом возрасте особенно, вот эту вот крутость свою, что они вот на что-то способны. И мне кажется, что именно наркотики, легкая доступность, то, что наркотики можно легко приобрести, и это и есть большой такой проблемой, что вот именно они, почему они так популярны, потому что это легко доступные вещества, которые без особого, скажем так, усилия какого-то можно найти и приобрести. Ліквідація рекламних написів продавців наркотиків – це дієвий спосіб боротьби з наркотиками? Ну, один из действенных, да, я бы сказал. Объясню почему. Потому что человек, когда проходит мимо надписи, да, с адресом интернет-магазина, в котором можно приобрести наркотики, он первый раз пройдет равнодушно, второй, третий разы он уже проходит, ну, перед этим, естественно, общаясь с, со своими сверстниками. Много движет человеком интерес к тому, что это за надпись. Зайдя в интернет-магазин, он начнет обращать внимание на разновидности там всяких наркотических средств. И в основном двигает, движет интерес людьми, и вот из-за интереса употребляют, пробуют очень много, из-за того, что возникает интерес к чему, к веществу, я имею в виду. Анастасия, ваша думка? Ну, я солидарна с мнением Виктора, потому что мне тоже так же кажется, что ребенок, в основном это дети, мое мнение, и он не понимает вообще, что это такое. И вот действительно интерес вот испытать те ощущения, как оно действует, изменить свое сознание, и это и двигает ими, я тоже так думаю. Сьогодні учасники громадської організації «Наркологічний центр «Друге дихання» за підтримки адміністрації Корабельного району організували акцію «На малю життя в любові Україна». Учасники акції протягом 2 годин у Корабельному районі міста зафарбували на фасадах та асфальті написи інтернет-адрес, пов'язаних з продажем наркотиків. На асфальті, будинках-лавочках учасники через трафарет писали слова «Кохай та мрій». За їх діями спостерігали Вікторія Андрушків та Василь Філімон. І я пропоную їх відеоматеріал. Будь ласка. «25-річний Сергій Самойленко з 15 років вживав наркотики. Чоловік говорить, причиною стала алкозалежність батька і часті сварки в родині. До наркологічного центру «Друге дихання» чоловіка привела його мама. Від зими 2018 року наркотики не вживає. Ну, зовсім глаза розкриваються на… починаєш помічати зовсім другий світ. По-другому мислити, по-другому бачити людей, навколишню середу і тому подобне.
починаєш помічати закати, розсвіти. Чоловік говорить, сам за посиланнями інтернет-адрес, що розміщені на фасадах будинків, асфальті не заходив. Вважає, їх написів в місті не має бути. Реклами наркотиків на кожному кроці. Можна їх побачити, чи багато таких от рекламних надписів є. Ми їх закрашуємо, і може хтось і не побачить, знаєте, може хтось проходить мимо. Ну, це треба просто, ну, самі ми не зможемо нічого зробити, але можемо спробувати. Руслан Манецький приїхав до наркологічного центру «Друге дихання» зі Львову. Вперше спробував наркотики в 13 років. Чоловік розповідає, він сирота, виховувався в інтернаті. Тричі був в ремісії, припиняв приймати наркотики на 2-3 роки. Зараз не вживає вже 3 місяці. Сенс те, що ми не байдужі. І так як ми самі залежні люди, і ми йдемо, ми бачимо цю проблему ізнутрі. І ми йдемо, і ми протестуємо проти цього. Тому що у нас є розуміння, що це таке. І коли нас бачать такі ж хлопці, що вживають, вони починають задавати нам різні питання, на які ми можемо відповісти і сказати, що хлопці, ми самі там були, тим займалися. В акції взяли участь 8 представників громадської організації «Наркологічний центр «Друге дихання», 5 представників від управляючої компанії «Місто для людей», 4 працівники Корабельного районного відділу філії Держустанови «Центр пробації» та 3 людини, що знаходяться на обліку в центрі пробації. Владислав Герасименко, інспектор відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції Миколаївської області, розповів, що двоє поліцейських також долучились до акції. Представник громадської організації «Наркологічний центр «Друге дихання» Віктор Петренко говорить, мета акції – ліквідація написів інтернет-адрес, пов'язаних із продажем наркотиків. Як показує практика, часто написи наносять на фасадах багатоповерхових будинків, де живе велика кількість людей. Ну і ми стикаємося з цим дуже часто. На 5-9 поверхівках дуже багато написів, щоб наша молодь, діти наші менше бачили цих інтернет-адрес. Тому що зараз вільний доступ, у всіх є доступ до інтернету. У всіх є гаджети і нескладно знайти, набрати, подивитися, що це, для чого це і навіщо це приймають і вживають. Учасники акції діляться на 2 групи та вирушають. На стінах будинків, лавочках та асфальті учасники пишуть слова «кохай» та «мрій». На вулиці Океанівській на 2-му поверсі багатоповерхового будинку чоловіки знайшли напис інтернет-адреси. Зафарбували. Пенсіонерка Марія Лавська мешкає в будинку номер 18 на вулиці Океанівській. Подібні акції підтримує, так як і сама неодноразово зафарбовувала надписи інтернет-адрес на стіні свого будинку. Брала цеглинку і затирала, забілювала. Бачите, там побілені трішки. Робили самі. А якщо це ви зробите, то можеш трошки красивіше, ніж я. Хай ходять, хай малюють нам те, що треба малювати, а не те, що не треба. Якщо це допоможе, якщо це буде на добро, то дай Боже. Протягом 2 годин знайшли та зафарбували 10 надписів. Ми нашого ефіру – реабілітація наркозалежних. Віктор, Анастасія, будь ласка, таку акцію в Корабельному районі ви проводите вперше? Ні, в прошлом году, да, по-моєму, була теж така акція. Смотрите, ми в этот день, вот в день борьбы с незаконным оборотом. Международный день боротьби. Да, вот мы проводим ежегодно Союз антинаркотических сообществ, да, который представляет наша организация. Мы ежегодно проводим данную акцию в Корабельном районе. Конкретно мы проводили ее впервые в этот день. В прошлом году мы проводили в Центральном районе, также ликвидировали надписи. Впервые, да, в Корабельном районе. А как вы выбираете районы, где больше надписей? Як, за каким выбором? Ну, там как-то по очереди, я не знаю. Мы так... Понятно, что в Центральном районе их очень много также будет. Вот, но... Хочеться район, там, де ми живемо, почистити всяких надписей, щоб стало менше людей, щоб ходити по вулицям і не дивитися на неадекватних людей. Тобто саме за цією причиною ви обрали сьогодні саме Корабельний район?
тому що ви там мешкаєте, так? Ну, не зовсім. Людям допомагаємо. Так. А скажіть, будь ласка, чому такий спосіб реклами і продажу наркотиків став поширеним у Миколаєві і взагалі в країні? Ну, скорее всего, из-за того, что проще это делать, его проще разместить где-то наркотик под той же скамейкой, под столбом, еще где-то под подоконником в темное время суток, когда никто не видит, ну, как это делают люди, которые занимаются закладками. Человек заходит в интернет-сайт, он заказывает себе определенный вид, то, что, ну, то, чего ему надо, дальше он оплачивает это через терминал, да, ну, различный PrivatBank, то или либо какие-то EasyPay, неважно. Вот. А дальше ему просто приходит адрес, что надо поехать туда-то и там-то, там-то возьмешь. И, ну, особо не привлекает внимания первые разы, нежели когда это каким-то другим способом. Мне кажется, из-за этого, что даже из-за самой схемы, которая вот, если бы люди, которые поставляют эти наркотики, если бы это переходило, допустим, из рук в руки, это не так безопасно, как если они, допустим, в городе где-то закопают или там положат, скинут фотографию, он сам пойдет это искать. То есть для человека, который занимается распространением, это безопаснее, мне кажется, нежели если бы вот как бы из рук в руки происходила покупка. Почему? Вот мне так кажется. Анастасія, будь ласка, як ваш чоловік зрозумів, що він наркозалежний і йому необхідна реабілітація? Ну, мой муж вообще на протяжении долгого периода употреблял, и у него не было понятия и осознания того, что он зависимый. То есть он постоянно говорил, что вот нету никакой проблемы, да, это вообще не проблема, и сейчас все так живут, и это нормально, и можно прекрасно жить. И, то есть он не понимал, что это действительно является какой-то проблемой, пока вот его жизнь не начала катиться в бездну. Он стал очень агрессивный, у него вообще пропал любой интерес к жизни, то есть его ничего не интересовало. Вообще, ему было все равно, там, семья, ребенок у нас, и как бы все, что надо было, это только наркотик. Он не спал сутками, у него было как бы истощение организма уже. И, может быть, из-за этого мы уже тогда с его мамой обратились за помощью, и уже, мне кажется, когда Анатолий Владимирович с ним поговорил, и тогда уже к нему пришло осознание того, что вот он зависимый, он сам не справится с этой проблемой, что ему нужна помощь. А как долго он вживал наркотики? Ну, наверное, с лет 13. Это все начиналось вот с травки. Так, ну, у него был такой круг общения. То есть у них это было все нормально, и казалось бы, что ничего такого вот в этом нет. Но когда уже ситуация начала усугубляться, он перешел на более, скажем так, тяжелые наркотики, тогда уже даже по внешнему виду можно было сказать, что вот он находится в употреблении. Тобто, коли ви одружувались, ви вже знали, що ваш майбутній чоловік вживає наркотики? Да. Я знала, що у нас є така проблема, але, опять-таки, для меня это вот, я не думала, что вот это прям до такой степени. Мне казалось, вот тут побалуется, знаете, как все, как, ну не как все, ну и все закончится. Он же мне рассказывал, что он сам может остановиться, что ему не нужна помощь, это не, ну, зависимость это болезнь, та же болезнь. И очень тяжело вот даже мне было, как жене, принять это. И осознать, что вот действительно мой муж наркоман, что он нуждается в помощи. А чему вы обрали саме цей реабилитационный центр? Мы обратились в наркологию к нам. И вот в наркологии нам порекомендовали связаться с Анатолием Владимировичем. И до этого еще как бы знакомая моей свекрови, она тоже дала ей визитку того же Анатолия Владимировича и вот сказала, что она слышала, что хороший центр, что действительно помогают, вот посоветовала обратиться. И вот мы как-то уже в безнадежном состоянии таком, мы уже не знали просто, что нам делать, мы были готовы на все. И вот его мама обратилась к Анатолию Владимировичу. Анатолий Владимирович, это кто? Это керівник центру?
хто це? Ну, адже у нас сьогодні керівник центру Віктор Петренко. Директор організації, да, асоціації, да? Ні, не асоціації, а як? Руководитель общественной організації. Да, і да. Коли ви прийшли з чоловіком, зі своїм чоловіком до цього реабілітаційного центру? Приходили. Не приходили? Ні, ми позвонили. И буквально через минут 20, максимум полчаса, Анатолий Владимирович сам приехал. И он с ним начал разговаривать. То есть он подобрал какие-то нужные слова. Просто я не знаю, что ему нужно было говорить, чтобы он согласился. Потому что я очень долгие годы пыталась ему донести, что он сам не справится, и нужно вот с этим бороться. И он вас не чув? Нет, он отрицал, он говорил, что это все, ну, это нормально. Есть такие люди, которые прекрасно живут, и они тоже в употреблении. Здесь ничего страшного нету, он говорил. А наскільки групова, Віктор, будь ласка, наскільки групова реабілітація дієва у боротьбі з наркозалежністю? Вона дійсна, групова реабілітація, ну, група вообще зеркало, это отображение человека, как бы, как такового. Если когда человек себя не видит со стороны, он не замечает там какие-то недостатки, там свое поведение, дефекты какие-то своего характера, когда он говорит, что у него все нормально, что вот он делает так, как нужно, а вокруг люди говорят, что ну, послушай, пожалуйста, ты там делаешь это не так или говоришь, там общаешься не так. Тогда человек уже, ну, волей-неволей, когда мнение не субъективно одного человека, а когда оно объективно, когда группа указывает на ошибку, то оно, ну, человек больше принимает и больше изменений видно. И результат вы почули коли, Анастасия? Наверное, я уже даже во время первого, наверное, свидания, когда нам разрешили его увидеть, результат был просто налицо. Ну вот он был такой, знаете, еле ходящий, не разговаривающий, ну вот такой. Состояние уже было не очень. А это сколько часу минуло, когда он пошел до центра? Да, наверное, потом нам разрешили. Ну, где-то месяц, может быть, и мы его увидели. И, ну, как бы результаты действительно налицо. Во-первых, он поправился, во-вторых, это у человека совсем другие глаза. Я уже увидела в этих глазах какую-то надежду на светлое будущее, какую-то, вот, он, мне кажется, он сам понял, что надо что-то менять, и он начал развиваться сам. Он начал думать о том, что вот так жить больше нельзя, что он начал соглашаться, что да, ему нужна помощь, и он с этим сам не справится. Будь-який наркотик руйнує організм. Іноді буває достатньо кілька разів вжити наркотики, щоб з'явилась залежність, як фізична, так і психологічна. Будь ласка, Віктор, Анастасія, яка з цих залежностей більш важка і з якою треба боротись в першу чергу? Чи вони невід'ємні? Фізична і психологічна? Мені кажеться, психологічні, тому що, ну, понятно, що фізичні – це теж, вони невід'ємні на самом деле, но психологически вот человеку, мне кажется, нужно донести, что вот нужно прекратить так жить, что нельзя, что он губит свою жизнь, что он губит не только свою жизнь, а и жизнь своих родных, что никакого хорошего исхода, то есть лучше не станет, если он будет продолжать употреблять, будет становиться только хуже, и он будет просто губить свою жизнь. Крім того, щоб знайти правильні слова, що ще треба? Виктор. Подход нужен. Очень важно уметь, ну, выслушать, очень важно уметь донести. Очень важно, ну, знать вообще о человеке, как он жил, что он делал, ну, о семье его, чтобы правильно работать с человеком, чтобы правильно в нужном русле с ним общаться. А скажите, пожалуйста, чи можливо повністю позбутись наркотичної залежності? Ну, я вам скажу так, что человек всю жизнь будет возникать желание, всю жизнь он будет с ним бороться. Ну, как он научится со временем жить с этим желанием, когда будет только какие-то начальные позывы, чтобы он умел их, ну, как бы подавить, чтобы не прибегнуть к употреблению, а чтобы справиться, ну, на начальных этапах с этим. Этому мы учим. Потому что, ну, без этого справиться с желанием очень тяжело. Желание будет возникать на протяжении долгих лет.
Тобто почуття наркозалежного – це на все життя? Ну от у Солі, да, скільки там пам'ять? 26 років, по-моєму, да? Він буде пам'ятати ті відчуття, які він іспитував при употребленні. А скажіть, будь ласка, якщо пацієнт не погоджується на лікування, можливо йому допомогти? Ну, ми мотивуємо на лікування, якщо ми не можемо достучатися до нього, ну, силою, як би, ну, невозможно причинити добро і допомогти насильно чоловіку, який не хоче допомоги. Которые, ну, мы стараемся мотивировать, мы стараемся общаться с клиентами, мотивировать на прохождение, потому что, ну, та жизнь, из которой они приезжают к нам, ну, это неприемлемо как минимум для общества, для родных, для близких. Ну, для родные и близкие не могут смотреть, как их родственник умирает. А когда человек, ну, не хочет ничего в себе менять, там, ну, бывают такие моменты, конечно, что мы бессильны. Анастасія, будь ласка, наскільки важлива роль рідних та близьких в процесі реабілітації? Мені кажется, що вот именно поддержка родних і близьких дуже важна, тому що ти нужно постоянно, як Віктор сказав, мотивувати. Тобто, щоб у нього був стимул, ради чого йому вот как бы он живёт, да, в употреблении, у него всё прекрасно. Зачем ему бросать употреблять? А когда ты начинаешь уже объяснять и говорить, что вот у тебя же ребёнок, ты же должен подавать ему какой-то пример. Вот мы же тебя ждём, мы же тебя любим. Ну, то есть мне кажется, что очень большая роль именно родственников в поддержке, в понимании. Надо прислушиваться к сотрудникам, что они говорят мне. Ну, мне так кажется. Тобто, якщо людина сама, вона подолати цю хворобу не може. Мені здається, складніше просто. Просто складніше самому справитися, коли у тебе нету ні підтримки, ніякої. Навіть чоловіку одному складно боротися з цією проблемою. Зависимый человек, вообще он, как природа, он живет в иллюзии, что у него все классно, что у него все хорошо получается, при употребив наркотики он становится там сверхсильным каким-то, появляются какие-то сверхспособности и так далее, знаете, но если некому рядом указать его на его ошибки, на какие-то там недостатки, что жить так нельзя, что надо что-то менять, ну, близкие очень важна поддержка близких. Он должен в первую очередь знать, что он не один, что, как вот говорила Настя только что, что есть для чего жить, есть ради кого, там, и поддержка важна, конечно. А яких правил треба дотримуватись людині, яка пройшла реабілітацію? В первую очередь, это нужно полностью изменить круг общения. Потому что, возвращаясь обратно в ту же среду, ну, результат будет тем же. Рано или поздно человек начнет употреблять, он срывается, потому что люди вокруг него употребляют. Вот. Одно из правил – это полная химическая чистота, потому что, когда человек ну, позволяет себе какие-то мелочи, да, которые в итоге, ну, как тоже негативно влияют на него, рано или поздно он позволит себе что-то больше, и это также перейдет в употребление вновь. А скажіть, будь ласка, на що в першу чергу треба звертати увагу батькам, щоб їх дитина не потрапила у пастку наркозалежних? На круг общения. Да. На друзей, з которыми он общается. Мне кажется, чтобы у ребенка не возникало вообще такой мысли, у него не должно быть свободного времени. Вот это мое личное мнение. Потому что сейчас люди, дети, которые они ничем не заняты, они все время сидят на улицах, в подворотнях, пьют пиво, то еще что-то там. Мне кажется, если бы у них были какие-то интересы в этой жизни, возможно бы этого и не было. Скажіть, будь ласка, чи готово суспільство, конкретно Миколаївська громада, прийняти вчорашнього наркозалежного та ставитись до нього із повагою? Да. Да, я тоже так готовый. Думаю. Человек, который проходит программу, он становится, ну, совсем другим, нормальным, адекватным, здравым человеком. И сейчас наши сотрудники взаимодействуют с многими организациями в нашем городе, причем это взаимодействие довольно-таки успешно. И знаете, когда некоторые люди говорят, что они в прошлом зависимы, все говорят, да ладно, ну, мало людей, которые верят
Зачастую думають, що ну, це якась шутка, там, або отак відноситься. А роботодавці? Ну, роботодателі, от це я вам не скажу, мабуть. Ну, некоторые на вашу думку. По-своему, некоторые с опаской относятся, конечно, бывший зависимый человек, ну, где гарантия, что он не вернется обратно, что у него что-то не случится, и он опять не вернется в ту жизнь, в которой он жил. А зависимый человек, ну, прошлое, ну, та жизнь, да, прошлое, она очень опасна, она связана с многими негативными вещами, криминалом там, и так далее. А скажите, будь ласка, колишній наркозалежний, коли він влаштовується на роботу, він говорить, що він колишній наркозалежний? Ну, мне кажется, что как бы размахивать этим так открыто, ну, я не думаю, что так как бы поступают люди. Если, конечно, ну, мое мнение, если будут интересоваться работодатель, да, ну, нужно говорить правду. Потому что, ну, как бы правда изначально человека располагает к себе. А в вашому центрі ви спілкуєтеся з вашими пацієнтами щодо влаштування на роботу? Чи треба? Що треба говорити і повідомляти, про що роботодавця? Чи не треба? Ну, на що ви налаштовуєте своїх пацієнтів? Да, на те, щоб вони говорили правду. Ну, тому що... Ну, в прошлой жизни ну, все обманывают, все врут, все лукавят. Там. Кто-то пытается все показать себя в лучшем виде, в лучшем свете там постоянно. Ну, а сейчас настала та жизнь, которую надо говорить, чтобы, ну, чтобы люди воспринимали тебя как есть. Ну, не так, как хочешь, чтобы показаться, а так, как, таким, какой есть на самом деле человек. Ну, это мое мнение. Я тоже хочу сказать, что вот в организации у них, в организации во втором дыхании, как бы вот на примере своего мужа, он прошел полный курс реабилитации, и на данный момент он является сотрудником реабилитационного центра «Второе дыхание». Он прошел обучение, он консультант на данный момент по химической зависимости. В перспективе у нас есть немного карьерного роста в роли директора еще одного центра реабилитационного, ну, отделения, скажем так. И то есть даже вот сам реабилитационный центр, они дают возможности учиться и потом оставаться при центре и работать. То есть они тоже выступают как такие, скажем так, тоже как работодатели. Ну що ж, друзі, спасибі. Це все, про що ми встигли сьогодні поговорити в нашому ефірі. Це була тема дня. Якою буде наступна тема дня, підкажу наступний день. На все добре.